Всем 2 декабря, и сегодня мы будем переделывать мой рабочий стол. Поехали! Это, конечно, еще пока плохо спланкивает на зиму, но у нас еще лучше не было. Выпал снежок ночью, и как бы вот, зима настоящая началась. Главное, чтобы ничего не растаяло. Но ощущение от такой погоды такое противное. То есть все вроде выпало, но все уже такое грязное. Сразу вся грязь, дорог. Вот такой сад, вот налево посмотрите. Фу! Где снегопады, чтобы вообще все засыпало? Такая самая необходимая поездка у меня сейчас. Смысл в чем? Я был уверен, что я себе залил уже зимнюю жидкость. Но нет, оказалось, у меня там не зимняя, у меня там была летняя, но которая не просто вода, вот, которая продается. И в один прекрасный день я выхожу, мы поехали, и, короче, все замерзло. Дождался наконец того дня, чтобы ехать на теплую парковку куда-нибудь в ТЦ. Сегодня плюс один, плюс два, все это дело растаяло. Я сейчас еду в автомагазин. Специально для того, чтобы купить незамерзайку и ее залить. Чтобы потом, то сейчас уже грядет там минус 10, не попасть в просак. Потому что сейчас хотя бы одна правая работает, а левая что-то у меня это под снегом. А на самом деле я с детства умею ездить в сложных погодных условиях. Первая машина у меня была восьмерка. Там постоянно не работал стеклоочиститель. И вот я в институт ездил вообще прям, знаете, можно сказать, на ощупь, реально на ощупь. Зимой хрен там что отогревается, вот так вот кулачком одну дырочку себе как бы сделаешь и едешь через нее. И прогревался на хрен знает сколько. А на современных машинах-то уже все, и зад, и перед обогревается, так еще и сидушки обогреваются, офигеть комфорт. Ну вот как в этом году, вовремя поменял резину, а не замерзайку не залил. Бывает. Кстати, если тебе нравится качество видео, вообще влогов, и тебе интересно, на что снято это видео, то по ссылке в описании ты сможешь посмотреть мой фотоаппарат и узнать на него актуальную цену. Можешь перейти, посмотреть и при желании такой же приобрести по выгодной цене. Ну все, давай. Ссылка в описании и в комментариях. Поддержите меня. Хотел быстренько купить, в итоге провел в магазине минут 15. Кассир, потому что продавец выписал не тот товар, короче, купил, потом администратор, все это обменять. Мне минус 40 не нужна, не замерзайка, не знаю, в Москве такого не будет. Купил минус 17. Блин, долго, пипец. Хотел быстренько. Клево. Все выпало, и сейчас все как растает. Правда, иногда получается очень интересная ситуация. Ты забегаешь, хочешь быстренько чего-то купить, и получается вообще наоборот. То есть что-то не так пошло, и все, наперекосяк, ты там еще дольше проводишь. Ладно, все, снимать за рулем не буду. Причесон у меня, конечно, мощный. Что, настал самый главный день, наверное, в этом году. Тот день, когда я буду разбирать свое рабочее место и ставить новый стол. Для начала сейчас нужно открыть влог вчерашний, потому что компьютер я, считай, выключаю, убираю его отсюда. А сделать через мобильник это не очень удобно. Это прям целый кусок истории канала и моей жизни, знаете, уходит, потому что, я 2 года за ним сидел. 2 года что-то здесь придумал, что-то монтировал, что-то снимал. Очень круто. Все, выкладываю видос и начинаю все это дело разбирать. Предлагаю запомнить и проститься с данным рабочим местом. Эта штука, конечно, неудобная. Стол довольно-таки маленький для всего вот этого угла. Все, начинаю разбирать. Комп так долго не хочет выключаться. Не хочет прощаться со старым рабочим столом. Вот этой темой я не знаю, что я так пользовался. Беспроводной мышкой по проводу, подключенной к клавиатуре. Все ждал, видимо, нового рабочего места. Все уходит в прошлое. Разбираем. Смотри, как прикольно смоется колонка в джунглях. Меня хоть радует такая тема, что не надо мониторы снимать. Но они реально беспроводные. Они просто висят. Мне просто нужно... Чего он так долго выключается-то? Не хочешь со мной прощаться? Все, официально. Конец рабочего места. Вырубаем и отсоединяем все от компьютера.
HyperPC. Да тебе нужно обслуживание. Пипец тут, конечно. Смотрите, вообще жестко. Это, как говорится, в Новый год с чистым ПК. Помните, в том году был хэштег? Так вот, надо будет чистить. Сверху-то вообще он какая грязь. Полная разборка. Историческая фигня. Все. Все, отсоединяем, все убираем. Вы даже себе представить не можете, сколько у меня там проводов сейчас будет. Сейчас вам покажу. Опа. Все. Стол свободен. Сейчас его надо разобрать. Короче, за вот этой штукой там проводов просто жесть. Я не понимаю, откуда они. О, офигеть, там просто какая-то клака. Там все попадало. Я даже фотоаппарат испугался. Ну там ужас. Вот, что я думаю. Видите, насколько она меньше? Потому что по размеру там нифига не получилось. Вот отсюда можно сделать акустический поролон. Прям вниз. То есть не вот это все закрывать реально, а вот отсюда и вниз. Это я еще померю. Но это самая лучшая идея. Производится разбор стола. Кстати, крепится столешница. Прикиньте, я уже забыл. Просто на таких вот пластмассовых, не знаю, винтиках дюбели. Какие дюбели? Я, конечно, не знаю, что такое. Просто вот на таких пластмассовых штуках. Так. Ну, от стола уже отделался. Так, немножко грязновато. Красота. Чистота это. Все убрал. Вот такие дела. Так что будет что-то новое. Хе-хе-хе-хе-хе. Круто. Бобслей дома. Это, короче, верх от коляски. И он офигенно ездит по... этому линолеуму. Гоночный болид. Первые ящики готовы к сборке. Приступить. Да, конечно, ящик сложный, потому что собирать его долго, очень много частей. Ну все, инструкция есть. Начинаем собирать. Главный по винтикам и по отверткам. И первое готово. Самое важное — это таз. Но пока не очень все выглядит, но сейчас все будет. Ну, уже что-то где-то. Сейчас столешницу буду класть. Королева этого бала – столешница. Ух, тяжелая. И такое первое впечатление. Чё? Это, получается, ее низ. Такое вообще неинтересное, да? Все ящики собрал. Но перед тем, как их ставить, мне нужно выпилить. Вон там, наверное, две большие дырки, чтобы даже пилот пролезал. То есть, если чего, пилот я положу прямо в ящик. Ну, я не знаю, типа вот такой дырки сейчас сделаю. Слушайте, ну столешница тяжелая, прям пипец. О, моя супер-мега-пила. Достаю каждый влог декабрь. Не очень красиво, но это само будет с ящиками задвинуто и к стене приставлено. Вот, сделал с запасом чуть побольше дырочки. Вот так вот. Не знаю, прошло уже, наверное, часа три с последнего момента, как я писал влог. Все, собрал все ящики, все доделали. Замаялся, пипец как. Сварил себе кофе 3 часа назад, так и не попил. Смотрите, прям как суп из колы какой-то. Надо подогреть кофеечек. Коленки все болят, просто на коленках все время провел. Вот о чем я говорю, видите? Будешь ползать часто на коленках, будет все протираться. Ох, что-то жестко. Давайте покажу, что получилось. Но предупреждаю. Это очень черновой вариант, очень. Даже что-то отсюда видно. Итак, смотрите, сейчас вам расскажу все. Фу, новый рабочий стол, очень черновой вариант, потому что сейчас буду думать, что делать с этой стенкой. Во-вторых, возникла непредвиденная ситуация. У меня сломался дисплей-порт, все-таки кабель. Надо будет завтра или когда там разбирать вот эту стенку, ну, отвернуть, снять новый дисплей-порт сюда запиндюхать, подключить его, потому что сейчас по HDMI подключено. Ну, вот, по-моему, 144-то он не будет давать. Ну да, максимум 60. Ну, ладно, пока терпимо. Значит, основной монитор пока не подключил, потому что что-то я тут воткнул. Короче, вот, рабочее место, значит, как все в идеале потом будет выглядеть. Это потом все прижмется туда, потому что сейчас сзади стоит роутер. Вот этого тоже ничего не будет видно. Я вообще вот хочу как раз сниз сделать акустическим поролоном. Здесь я заказал себе такие большие гофры. То есть все шнуры убираются
в одну черную гофру, и они там. То есть вот такого бардака не будет. Здесь у меня стоит бесперебойник, и из-за него, из-за того, что кабель я вот здесь не разрезал до компьютера, у меня кабель от компьютера не может дотянуться туда, и поэтому я не могу бесперебойник дальше подвинуть. Короче, бесперебойник туда двигается, все это дело убирается, тумба приставляется туда, все сдвигается, это в гофру, акустический поролон точно снизу будет, чтобы ничего не было видно. Вот с этой штукой надо что-то делать. Вообще сложно, посоветуйте. Пока еще сам не думал, только занимался сборкой. Видите, насколько выступает? В принципе, можно поднять немножко вот эту столешницу на, не знаю, там 5 сантиметров, наверное. То есть на вот это, чтобы вот эта столешница... Что с фокусом? Чтобы вот эта столешница вровень выпирала вот сюда вот. Ну, короче, была вот здесь по уровню. Ну, то есть чуть приподнять. Потому что сейчас, если я тут, в принципе, пущу акустический поролон, мне кажется, это как-то стрёмно будет выглядеть. То есть его надо будет либо пускать везде, а пускать здесь, то есть на вот этот вот кирпич, как-то, не знаю, тоже не айс. То есть кусок поролона акустического будет просто торчать. Потому что, в принципе, отсюда-то выглядит нормально, да? С этой столешницей такой-то, прям реально ретро. Очень круто, что столешница продолжается до окончания этой каменной плиты. Почему у меня вышло вот это так маленько? Потому что не хватило мне. Либо вообще. Как вариант. Знаете, что можно сделать? Можно купить, конечно, не еще одну такую кирпичную хрень, кладку, а купить кирпичную, только другую. Там уже вырезать все по уму. В принципе, там вообще ничего сложного. То есть ее привозят, она одним большим куском. Я помню, два покупал, что ли? Или один. Короче, почему-то у меня вот здесь осталось, не дошло. Я что-то не помню. Или один я покупал. Короче, заменить полностью этот кирпич на тот, который будет доставать сюда. Но вот с этой хренью я все равно не знаю, что делать. Потому что вот этот материал, который прицеплен, это эта пробка на вообще супермонтажный клей, он отсюда не отрывается. Про кофе забыл. Сейчас бы здесь это получил подарочек. И, конечно, тот материал, пробка, отрывается вместе с обоями. Его надо как-то обыграть, чтобы закрыть. Вот. Вариантов пока много. Но акустический поролон все равно хорошо, что купил. Но на всякий случай, блин. Я что-то просто не думал, что они так быстро привезут его. Даже, блин, жалко ставить-то на деревянную столешницу. Поставлю пока вот сюда. Потому что это реально дерево тяжелое, пипец. Вот, ребят, надо что-то делать. Все, на сегодня точно закончил. Сложно. Надо понемножку будет улучшать. И главное, что сделать вот с этой стеной. Если у вас есть какие-то догадки, пишите, ну, реально только реальные советы нормальные, что сделать. Наверное, даже будет лучше все это заново. Ну, то есть вот эту тему точно заново продолжить. Либо повысить. И тогда не надо будет ничего покупать. А с этим, с боком, не знаю, кусок акустического поролона приклеить. Не знаю пока. Здесь то, что выступает, видите, сколько столешница. Это, в принципе, все так декоративно решается. Можно вот это сюда подвинуть, соответственно. Ой. Ну, вы поняли. Здесь тоже такой отступ сделать, чтобы это не вплотную к стене было. Ну, на данный момент, знаете, что я счастлив, что у меня ноги туда задвигаются полностью. Я могу сидеть нормально за рабочим столом. Ну и компьютер здесь вдувается воздух, здесь он выдувается, кстати, прямо в ноги. Это, кстати, ну не очень удобно. Ну ладно. Зато все быстренько открывается. Не знаю зачем. Вот. Вот так вот. И я подключил все куда нужно. Вот, получилась такая тема. Конечно, в бок пока не смотрите. И здесь я тоже немножко сдвинул, чтобы эту фотку сделать. Ну, вот так это должно быть. И здесь, конечно, прикольно. Было бы еще провода убрать, чтобы клавиатура была беспроводная. Мышка прикольно смотрится. Надо, наверное, этот коврик сюда. Хотя не знаю, насколько он прикольно будет смотреться с такой столешницей. Ну вот, ну это, конечно, не дело. Надо будет потом подвинуть. Вот, а ящик туда выдвинуть. Ну, то, что я вам и говорил. Вот такие дела.
Все, на сегодня самое сложное сделали. Теперь осталось только по чуть-чуть все это дело доводить до конца. А, вот, что удобного здесь будет, ну, по моей задумке. Здесь сложная система тоннелей и всяких лазов. Помните, две дырки, значит? Одна у меня сюда выводит питание. Питание. Значит, дальше можно сюда в верхний ящик какое-нибудь еще питание для телефона кинуть. Ну, сзади там. И вот сюда питание для телефона. Здесь его заряжать. Надо будет купить эти вот закрывашки, чтобы мелкий сюда не долез. А то сейчас, видите, нету. Чтобы они просто все закрывались. Каждая. Либо какие-то ограничители. Значит, в этой штуке у меня тоже есть дырка. В какой, по-моему, вот этот ящик. А, кстати, я тут перепутал. Видите, у меня тут серая. Должна быть белая. Сейчас вспомнить бы, в каком ящике. О, в этом ящике у меня карт-ридер. Я его, думаю, надо немножко подтянуть. Короче, USB кабель 3.0 надо подлиннее просто взять. Мысль такая, сделать его вот сюда, вот прилепить сбоку. Ну, смысл, конечно, такой вот будет. Вот. Вот типа так. Выдвигаешь, карт память сюда всунул, хоп, задвинул, все, работаешь с компьютером. Ну, чтобы это просто вот здесь где-то не делать, не лепить, прям просто в ящике. Но кабеля не хватает. Ниже здесь находится еще одно питание. Оно приходит вот оттуда, идет сюда и располагается здесь. Круто, да? Вот, пока вот так. Потом много всего тоже удобного здесь можно будет сделать. Какой-нибудь прям открываешь вот это. Типа как вот эти. Открываешь тут прям. Что-нибудь набрал или что-нибудь сделал, хоп, задвинул. Вообще ящики на рабочем столе это прикольно. Вот. Дисплейпорт у меня просто выломался. И все, ему пришел трындец. Пока 144 Гц пока недоступно. Ну, ладно. Все. На сегодня закончил. Вечером вам еще сейчас, когда стемнеет, сейчас время еще только 4 часа дня. Только 4. А столько уже всего переделал. Стемнеет, покажу, как все это в темноте выглядит. Точно я не продумал вот эту штуку. Надо заклеить белый индикатор, потому что Тёмка на него постоянно будет нажимать. Это не продумано. О, вот, пошло, сейчас компьютер выключит. Не, ну вообще смотрится прикольно, особенно с креслом такой, знаете, реально как ретро. Даже лампочки не надо снимать. Пам-пам. Или реально поднять, или не поднимать. Не знаю. Просто за 1500 заказывать целый такой, или 1800 он стоит. Вот этот вот лист такой здоровенный. Он, считай, только вот настолько удлинит. Либо сделать вообще до конца. Вообще, пока не знаю, надо переспать с этой мыслью. Смотри, компьютер кто-то выключил уже. Сейчас его и включит. Так, надо что-то с этим делать. Заклеил здесь этой такой небольшой мохнаткой. Что такое? Настал уже поздний вечер. Ну, в итоге, посидев за компьютерным столом, понял одно. Сейчас немножко причесаться. Что поролон акустический я здесь видеть точно не хочу. Потому что выглядит это все очень уютно, атмосферненько, особенно, блин, с этим с деревом офигенно. У меня теперь ноги здесь полностью помещаются. Ну, напомню, потом все это дело уйдет. Вот. Сейчас пойду посмотрю, сколько стоит вот это как раз. Осталась ли такая у них. Одну большую заказать. Соответственно, вот эту прям можно опустить вниз. Здесь ее подрезать. Вот, сюда новую поставить, она будет, к примеру, как вот эта, ну, там, до туда, к примеру, вот так она будет. Вот эту здесь продолжить, то есть вот эта вся фигня уйдет и будет здесь до конца, до низа идти, типа так вот, в этом, в квадратике. Вот это все тоже уйдет. А, его решил, короче, эту штуку не поднимать, потому что она офигенно вот здесь вот равняется с этой. А если поднять, то будет здесь какой-то перепад непонятный. Мне просто нравится, как это сейчас все выглядит. То есть стол, такое ощущение, что он продолжается вон туда вот направо. Очень классный эффект.
Вот, и мне нравится, что здесь большое пространство под телевизором освободилось. Ну, пока что издалека все вот так вот выглядит. Не очень презентабельно. Ну, вот так, конечно, получше, но тоже фигня. Ну-ка, так, с холодным цветом. Ну, столешница прикольно выглядит. Самый теплый цвет. И сейчас немножко эффектов. Разноцветный мой любимый. Тоже прикольно выглядит. Конечно, точно, надо вот эту штуку продолжать вниз. Ладно, сейчас пойду смотреть, сколько стоит. Безумные идеи. Вот, все, что я могу сказать. Я, кстати, даже помню магазин, в котором покупал. Это Изолюкс, что ли, что такое. Большой крупный магазин. Вот там как раз эта панель МДФ, то ли, как она там называется, хрен ее знает. Сейчас посмотрим, какая цена вообще-то на это. Вот это точно называется либо панель ПВХ, скорее всего, МДФ, либо ДВП. Что-то вот из этого. Ну, кстати, сейчас у них нормально, потому что я когда покупал, я даже помню, я во влоге декабря это показывал, у них рисунок был вертикальный. Я из-за этого взял две, потому что я не знал, как это получится. То есть у них как-то по-другому это, короче, показывалось. Сейчас нормально. Типа, что стоит только 1300. Вот это на самом деле прикольно. Что, вот, 1300 рублей, вот это вот вся фигня, прикиньте. Выгодно, так что вы будете знать. Называется панель МДФ с тиснением. Ну, да это не важно, конечно, просто это панель МДФ. Там уже какую хотите выбирайте. Там вон хоть такой светлый камень. Под дерево есть. Темное дерево. Кирпич вот такой есть. У меня смысла вот эту просто снимать нету. Я, правда, наверное, такую же докуплю. Посмотрим, что у них там за бесплатная доставка. Или вот такой натуральный. Что-то, а чем они отличаются? Смотрите, практически. Ну, наверное, у меня вот такой вот. Все-таки, как горелый, что ли. Красно-коричневый. Интересно, интересно. То есть, смотрите, красно-коричневый. Это немножко посветлее. Хотя смысл вообще один и тот же. Вот, то есть, так. То есть, ну, это прям светлый, потемнее. Наверное, у меня такой. Я что-то прям точно так не скажу. Я запутался. За время владения JBL Pulse 3, это та, которая с подсветкой, выяснил, что 12 часов она не держит вообще. То есть на коробке прям заявлено, что 12 часов музона тебе обеспечено, но это, скорее всего, без включенной подсветки. Потому что с включенной подсветкой, то есть полностью ее заряд, и подсветка на максималке стоит, вот эта вот красивая, 2 часа, где-то так, и все. И садится в ноль, и очень долго заряжается. Надо будет ее проверить без подсветки. Сейчас поставлю на заряд, пусть всю ночь заряжается. Очень непривычно, что у меня такой низкий, ну, рабочий стол. Очень непривычно. Но больше всего мне нравится, что я могу сделать так. Я так практически вообще никогда не мог сделать. Посмотрите, насколько это круто. Вот радость у человека, что его стул задвигается под стол. Вот, ну, это очень необычно. И очень приятно. Это дерево, и мне кажется, за ним надо будет ухаживать прям пипеско. Потому что оно может потрескаться, исцарапаться. И вообще, вот, у меня тут суши есть. Решили сегодня немножко себя побаловать. И заказали сушей. Уже днем поели, а это остатки. Заказываем в Якитории какие-то вот самые обычные, там за 240 рублей с кожей лосося. По-моему, так называется. И я прям вообще обожаю ролики с авокадо. Офигенно прям заходят. И в Якитории они всегда одинаковые. Притом во всех ресторанах. То есть они прям нежные-нежные. А вот, блин, дорогие роллы, я вообще не понимаю. Мне, честно, жаба душит. 500 рублей давать за 6 там роллов. Это вообще что-то такое. Вау, это очень дорого. 140 рублей за роллы с авокадо. И вот... Ну, конечно, где-то заказы у нас обычно выходят там 1200, вот так вот, 1300, там еще супчики берем очень часто, вот. Ну, так как вечерочек, можно и вина отведать, попозже чуть кефирчика выпьем. Пью вот такой вот домик деревни, сколько это, 3,2. Хотя нравится еще 1%. Вино офигенное берем, оно урожай 2013 года, вот так вот называется. Где купить, не знаю, ну, потому что... Вино, мне кажется, вообще, знаете, очень сложно. Особенно, когда заходишь где-нибудь в магазин, я взял бутылку вина, а второе такое же вообще по Москве найти очень сложно. Поэтому такое ощущение, что, знаешь, постоянно берешь какие-то новые
бутылки, то есть, ну, то есть новые бренды какие-то, вот. Либо в одном магазине всегда покупать одно и то же вино. Сейчас посмотрим. 4000 лайков, и даже самолайк называется. Спасибо большое, что смотрите, и на самом деле очень приятные комментарии везде. Чувак пишет: а где мама мальчика? Просто интересно. Оля всегда рядом со мной, просто она не снимается, потому что это мой влог. Мы-то с вами знаем, я уже рассказывал на стримах 100 раз, что раньше я друзей снимал, но после того, как ты начинаешь читать про друзей, про родных, у нас что, люди зашли, написали какую-нибудь гадость и ушли. В принципе, ничего в это не вложили, а тебе читать. Поэтому я вообще никому не снимаю. Вот и весь ответ. То есть про себя я могу все что угодно прочитать, про остальных нет. Илюх, я тебе скажу свое личное мнение. Я считаю, что акустический поролон будет лишним. Такую красоту закроешь. Теревега, согласен я с тобой. Вот, возьму я тебя в выпуск, поставлю. Спасибо большое. Наверное, сегодня буду прощаться. Сложный день, особенно, блин, с этими собираниями ящика. Это вообще прям жесть. Ящики меня, честно, вымотали. Потому что... Все это сначала разбери. Все это дело протри. Все это дело собери. Короче, вообще, башка едет кругом. Сейчас хотя бы все попроще. По чуть-чуть. Заказал панель. Надеюсь, что она такая же, темно-коричневая. В понедельник привезут. Вот, повесим. Так что, видите, сам вас спросил, сам уже и решил, что делать. А вам желаю приятного, извините, что жую. Приятного настроения, новогоднего. Радуйте своих близких. Говорите почаще, что вы их любите. Вот, я вас тоже очень люблю. Завтра с вами увидимся. 2 декабря подошел к концу. Йох. Охрененная тема. Все, давайте. Пока. Я пошел отдыхать.